Телеканал «Дождь» представляет. Города на дожде. Итак, друзья, закулисье Национального театра оперы и балета Молдавии. Несколько минут до начала спектакля «Травиата». Все уже готово, все декорации готовы. Мы проходим по служебным помещениям, мы проникли на сцену. И экскурсию для нас, для «Дождя» проводит лично главный режиссер театра Нора Константиновна Константинова. А здесь у нас помощник режиссера. Ну и невозможно удержаться, чтобы не посмотреть со сцены за несколько минут до начала спектакля в зал, отодвинув занавес. А вот как готовится спектакль. Специально для вас сфотографировал рабочую тетрадь Норы Константиновой. Вот так вот стрелочками, различными пометами она указывает, куда двигаться артистам и как ставить декорации. Нужно сказать, кстати, что в Кишиневе очень мало и редко ходят в театр. И это очень-очень жаль. Города на дожде.